Just relax and practice. Просто расслабьтесь и займитесь практикой. Pay attention yourself, but you can hear. Обратите внимание на себя, на то, что вы можете слышать. Just relax. Просто, the whole body. Просто расслабьтесь, расслабьте все тело. Just aware that you are sitting. Просто осознавайте то, как вы сидите. Any sensation of yourself, be aware. Любые ваши ощущения, осознавайте их. You can avoid breathing. Вы можете осознавать ваше дыхание, sound, звуки, hardness, softness, твердость или мягкость, touching, прикосновение, anything, что угодно. Be aware one by one. Осознавайте это одно за другим. You can start any obvious sensation. Any obvious sensation. You can start the way. Вы можете начать с любого ощущения, которое для вас очевидно. Important is be aware. Главное осознавать. The mind is working. Ум работает. Meditation is mind work. Медитация – это работа ума. The mind is knowing. Ум знает или распознает. Just recognize what's going on. Просто распознавайте, что происходит. We are not trying to calm down.
Мы не пытаемся успокоиться. We are just trying to recognize. Мы пытаемся только распознавать. Don't looking for an object. Мы не стремимся найти какой-либо объект. Just think, every experience is nature. Подумайте, любой ваш опыт является естественным процессом. Thinking, just thinking. Мышление, мысли — это просто мысли. Try to aware. Попробуйте их осознавать. And come back your body sensation. И возвращайтесь к ощущениям вашего тела. Just recognize that thinking is happening. Просто распознавайте, что происходит мышление, есть мысли. We're not interested in the storyline. Нет необходимости интересоваться этой историей, о которой вы думаете. We are interested, this is happening. Мы заинтересованы понять то, что происходит. Important thing is continually knowing. Важно делать это непрерывно. Objects already happen. Эти предметы уже происходят. Они есть. You are wait and watch. Вы просто ожидаете и наблюдаете.
We are not trying to create anything. Мы не стараемся что-либо создать. We are not trying to resist anything. Но и не сопротивляемся чему бы то ни было. We are just trying to know. Мы просто стараемся распознавать. The sound also meditation object. Звук это также предмет медитации. How do you feel now? Как вы сейчас себя чувствуете? Вы уверены в том, что вы осознаете? How many objects do you know? Сколько предметов или объектов вы распознаете?
Don't try to stop thinking. Не пытайтесь прекратить мыслить. Try to notice, try to recognize that thinking is happening. Старайтесь распознавать, что происходит мышление, что есть мысли. Let it be. Пусть так и будет. They do their job, you do your job. Они занимаются своим делом, а вы занимаетесь своим. Don't complain what is happening. Не жалуйтесь на то, что происходит. Your responsibility is to recognize what is happening. То, что вам следует делать, это распознавать, как это происходит, что происходит. Like nature is happening. Пусть естественные процессы идут своим чередом. Если вы чувствуете сонливость, вы можете приоткрыть свои глаза. But your mind is paying attention to your body. А ваш ум пусть будет внимателен к вашему телу. Not pay attention to the seeing things. Not pay attention to the seeing things. Не уделяйте вниманию тому, чтобы рассматривать какие-то вещи. Just recognize you are the seeing is happening. Просто распознавайте, что происходит видение. Sensation is happening. Есть чувства, есть ощущения, они происходят. Hearing is happening. Также происходит слышание. Seeing is happening. Происходит процесс видения. You can recognize. Вы можете это распознавать. Just recognize. Просто знайте, распознавайте это.
When you feel pain. Чувствуете ли вы боль? First, you need to think as a nature. Вам нужно считать ее естественным процессом. But don't watch the pain. Но не рассматривайте боль. What's your feeling? Рассматривайте чувства. Mine is not happy. Что уму это не нравится, что мне сейчас? As much as you can. Настолько, насколько вы это можете делать. If you cannot bear it. Если вы не можете этого терпеть, unpleasant feeling is increased, you should change the posture. Если увеличиваются неприятные чувства, то следует поменять свою позу. When your mind is neutral, you can watch the pain. Если ваш ум нейтрален, то вы можете рассматривать боль.
What is the mind doing? Чем занят ум? You need to ask yourself, what the mind is doing. Задавайте себе вопрос, что делает ум? What the mind is knowing? Что ум распознает?
If you remind yourself, awareness better. Если вы будете так об этом себе напоминать, ваше осознавание будет лучше. If you are thinking about yourself, awareness present. Если вы думаете о себе, присутствует осознавание. Thinking about your body, thinking about your mind. Думаете о вашем теле, об уме.
Знаете ли вы то, что вы осознаете? If awareness is good, you can receive more objects. Если у вас хорошо получается осознавать, вы можете уделять внимание большему количеству объектов. Your mind is dark, sleepy, open your eyes and practice. Если ваш ум в темноте или вы чувствуете сонливость, откройте глаза. If you open your eyes, the mind is more awake. Если вы откроете глаза, то ум будет более бодр. Meditation time is all the time. Meditation time is all the time. What? Double day. Время для медитации – это все время. Not only the sitting. Не только время, когда вы сидите. Whatever you do, wherever you go,
Что бы вы ни делали, куда бы вы ни пошли, не забывайте о себе. Continuity of awareness, very important. Очень важна непрерывность осознавания. If you're sitting, meditation finish, but practice not finish. Если, когда оканчивается медитация, когда вы сидите, практика с этим не заканчивается. Хорошо. Продолжайте практиковать. Okay, now just practice. Теперь просто практикуем. Relax. Расслабьте ваше тело. Don't focus too much. Just recognizing your body, the whole body. Старайтесь не сосредотачиваться сильно на чем-то, просто распознавайте все ваше тело. You can use any sensation. Вы можете использовать любые ощущения. We are trying to stay just in present moment. Все, что мы пытаемся сделать, это находиться в настоящем моменте. Just aware what is happening now. Оставаясь осознанными тому, что происходит сейчас. We are not trying to get something. Мы не пытаемся чего-то получить либо достичь. Try to aware. Просто пытаемся быть осознанными. In the present moment. И находиться в настоящем моменте.
Don't forget to think everything is nature. Не забывайте о том, что все, что происходит сейчас, это природа. Object is object. Объект — это всего лишь объект. Feeling is feeling. Чувство — это всего лишь чувство. Thinking is thinking. Мышление — это всего лишь мышление. Let it be. Пускай все будет как есть. There is an object and awareness. Это объект и сосредоточение, не сосредоточение, а осознанность. Object is being known. Объект познается прямо сейчас. Awareness knowing. Осознанность — то, что познает. Thank you.
We are not trying to control the experience. Мы не пытаемся контролировать наш опыт. We are not trying to change the experience. Мы не пытаемся его изменить. We try to recognize the experience. Мы пытаемся распознать этот опыт. Object is object. Объект — это всего лишь объект. Object is not good or not bad. Объект не бывает хорошим или плохим. Object is being known. Объект познается. We are trying to cultivate this awareness continually. Мы стараемся поддерживать осознанность постоянно, чтобы она стала постоянной. Don't use the energy too much. Не используйте слишком много энергии. Just interest in the present moment. Просто оставайтесь заинтересованным в настоящем моменте. The sound is not outside, the sound is in your body. Звук не снаружи, он в вашем теле внутри. Hearing is happening. Происходит слышание. The mind can recognize here. И ум распознает, что происходит слышание.
Are you sure when it's present? Уверены ли в том, что присутствует осознанность? Very often we need to check our feelings. Часто нужно проверять, как вы себя чувствуете. The mind is tense or relaxed. Одно за другим.
How many objects do you know? Как много объектов вы познаете?
Do you recognize that the mind is away? Осознаете ли вы, что ваш ум осознан? If you recognize the awareness, awareness better. Если вы осознаете вашу осознанность, то осознанность уже присутствует в вас.
When you are working our daily activity, когда вы ходите либо занимаетесь обычными повседневными делами, guard your mind is like this. Старайтесь, чтобы состояние вашего ума было таким. Continuity of awareness is very important. Продолжительность осознанности очень важна. We want to be the mind become happy. Мы хотим, чтобы наш ум стал по-настоящему счастлив. We need momentum. Нам нужно наработать определенную силу инерции. The body must be awake and aware, alert. Ум должен быть пробужден и осознанным довольно продолжительное время. Meditation time is all the time. Время медитации – это все время, которое есть у нас.
We need to respect our practice. Нужно уважать собственную практику. And interest. И поддерживать интерес. Просто наблюдайте за собой. Just checking my body and my extension. Просто проверяйте, напряжено ли тело и напряжен ли ум или нет. Просто распознавайте то, что происходит. You can start any obvious object. Вы можете начать с любого объекта или предмета, с любого объекта, который очевиден.
Objects being known. Объект познаваем. Awareness being is knowing. Осознавание – это знание о нем. Being known and knowing is different nature. То, что познается, и знание этого обладают разными природами. Do you notice awareness is present? Отмечаете ли вы присутствие осознавания?
If you notice your thinking mind and compare your body sensation, если вы заметили, отметили ваш мыслящий ум, возвращайтесь к ощущениям вашего тела. You need to know the mind is thinking. Вам следует распознавать, что ум думает. Meditating is mind work. The mind is must be aware. Медитация состоит в работе ума. Ум должен осознавать. Sitting or walking or any posture, the mind working. Когда вы сидите или когда вы идете, когда вы занимаете любую позу, ум должен работать. Eating, lying down, walking, sitting, any posture, the mind is aware. Когда вы стоите, сидите, идете, лежите, в любой позиции тела, когда тело принимает любую позу, ум должен осознавать. If you continue aware, awareness becomes obvious. Если вы осознаете непрерывно, осознание станет очевидным для вас. Then you can easy to aware of your awareness. В таком случае, тогда для вас станет просто осознавать ваше осознавание.
Are you aware? Осознаете ли вы? Aware which object? Какой именно объект вы осознаете?
Don't forget to think everything is in nature. Не забывайте считать, что все является естественными процессами. And don't forget to be aware. Также и не забывайте осознавать. Поддерживать осознавание непрерывно. Try to practice continuously. Постарайтесь заниматься практикой непрерывно. Now stop practicing. Now not stop practicing, continue. В данный момент не прекращайте практиковать. Практикуйте непрерывно. If you diet, you can change the butcher and diet. Если вы устали, в таком случае вы можете сменить позу. And you can walk, practice walking meditation. Вы можете пойти и заняться практикой медитации при ходьбе.